корень функт, латынь, обозначает выполнять какую-то функцию. Например, в слове to function значит, собственно, исполнять, выполнять. Functional значит функциональный, он может что-то делать. А functionary – это такое должностное лицо, чиновник, функционер, который исполняет какие-то обязанности. Синоним – bureaucrat, a clerk, либо a lower rank clerk. Вот кто такой functionary. Следующее из наших слов имеет префикс male, обозначающий что-то больное, неверное, плохое. Malfunction – это значит неисправная работа, допустим, в организме. Это оно по-русски называется дисфункция. Следующее слово с этим корнем – это defunct. Это прилагательное, вышедшее из строя, который сломался. For example, a defunct camera may be useless. Вот такое прилагательное. Dysfunctional. Обратите внимание на приставку этого слова. И она нестандартная, потому что обычно противоположность обозначается D-I-S, а здесь D-Y-S. Dysfunctional. Это значит, который, опять же, сломанный, неправильный. Collocations, то есть наиболее часто употребляемые словосочетания с этим словом, это, во-первых, a dysfunctional family, это такая неполноценная семья, которая там, допустим, родители пьют и все такое. Dysfunctional governments, это если он не выполняет, то есть правительство не выполняет свои функции, обязательства. Еще один пример. An economically dysfunctional social services. Это значит, что если государство не поддерживает какие-то категории граждан. В этом видео мы рассмотрели слова с корнем funct и как вы можете понять слово, даже не зная его, с помощью одного из латинских корней, который, один из которых я и рассмотрел. Спасибо!